Всем привет, я Сайнара, и сегодня мы вместе с вами будем делать лизуна. И да, как вы поняли, я уже один сделала себе. Вот такой вот он, с блесточками. Он мне очень нравится. Не знаю, как вам, но он очень, по-моему, хорошо у меня получился для первого раза. Да. Вот такой вот. Очень хорошо, что он вот так вот может делать, и он не прилипает к рукам, что мне также очень нравится. И да, как вы поняли, я болею, ну и да ладно, простите. И сегодня что нам понадобится? Клей, он у меня зеленого цвета, вода с борекса, ложка. Нам не понадобится, это и так борекс у нас уже здесь есть. Простая вода, ну я сюда его налью. Я хочу также сделать с блесточками, хотя не надо блесток туда. И по вашему решению можно сделать вот так с красками, но я не буду делать красками, потому что я не знаю, какой эффект они дадут. И также емкость. Емкость у меня была круглая, но из-за того, что она у меня сейчас в умывальнике, потому что мыть ее надо, я буду использовать вот такое вот местечко. Ну, сейчас я все приготовлю, и мы начнем. Ну, и я уже все приготовила. Давайте, наверное, начнем. И да, если вы смотрите, как я делаю, то надо будет вам использовать вот такой вот крем, ну или какой-нибудь крем, даже можно для рук, чтобы намазать на руки, и когда лизун уже получится, чтобы с ним поиграть, потому что в первую очередь он будет липнуть, потом с ним надо поиграть, чтобы он вообще не липнул. Ну, давайте начнем. Сперва выливаем наш клей. Ну, я выливаю весь, потому что боже мама. Вот, я уже весь вылила клей. И давайте добавим воду. Столько хватит. И размешиваем, чтобы они стали одной массой. Мне с этим емкостью очень трудно, потому что она квадратная. А там моя другая была круглая. Простите. Вот, они уже стали одной массой. И теперь, если вы хотите добавить краску, добавляйте. Или вот такие вот блестки. Я, наверное, все-таки добавлю чуть-чуть блесточек. Весь. Это называется чуть-чуть. Нет, блинчик. И так мало клея. Ну да, давайте размешивать. С этим реально очень трудно. Если у вас есть пиалка дома или емкость круглая, используйте ее. С ней легче, поверьте мне. Они также должны стать одной массой.
с этой клея водой. И да, вот теперь нам нужен боракс. Боракс с водой больше легче, чем нормальный боракс, ну, порошочек. Из-за этого вот он уже начал складываться. Еще чуть-чуть боракс. Так, хватит только. Вот если бы была моя та, то я бы поняла, что он уже уже полностью встал, потому что начало бы отлезать от стеночек. А здесь потруднее, потому что стенки квадратные. А мы мешаем по кругу. Теперь мажем на руки крем. Мажем и берем лизуна. Надо вот так чуть-чуть поиграть с ним. Такой вот он у нас получается. Очень красивые, с блесточками. Если вы хотите от меня также проверки с лизунами, ну, как сделать лизуна без клея или боракса, то пишите в комментариях. Вот. И вот, он у нас уже получился. Давайте теперь посмотрим на его цвет. Очень красивый. И что я теперь могу сказать, что он у нас получился. И, ну, на этом это все. С вами была Лиана. Если тебе понравилось, ну, или вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. И всем пока. Если также хотите еще видео с лизунами, то пишите мне в этом в комментариях. Пока-пока. Пока.